Здравствуйте, уважаемые друзья, подписчики моего канала. Ну вот, сегодня мы выбрались на Уфимочку. Мотор, лодочку возьмем, посмотрим, в каких местах будет рыба, в каких нет. Изведаем интересные ямки. А сегодня коллега вот мой, Иван. Иван, как у тебя настроение? Настроение отлично. Заряженное? Конечно. Вот, загрузимся в лодочку и сейчас поплывем. Приехали мы на начало маршрута, в Паразрак. Сказочный. Вот даже что-то стоит, по-моему. Ну, метра... три. Метра три, как минимум, да, Ванек? Внизу метра полтора три. Было, метр 70 идет. Ну, будем по ходу снимать. Сегодня у нас оператор. Вот он. Рустам. Ну все, мы готовы плавать. Дальше вы увидите все в видео. Два где-то. Айда поближе. Так, Ванёк, покажи, что ты делал. Айдёк тоже не трогай. Ванёк, ты еще не делал. Ну, это только начало. Ох, начало есть. Стоящая. Вот, стоящая. Тоже неплохая. Давай, поплывай сюда. Давай. Подмерзли, минус 10-12 температура, уже 2,5 часа в воде, чувствуется, но, как говорится, не зря взяли хороших щук, еще, к сожалению, рыба уходит, не успевает на течке бить, течка хорошая, ну как-то так вот. А, чаек с имбирчиком, с лимончиком, огонь. Ванёк, как ощущения охоты? Давно же не охотился, да? 2 месяца. Когда сломался мотор? Заработала турбина. Вот такие вот дела вот.
Где там деревья? Красота, вот рядом. Оператор уже согрелся от такого. Че с мотором? Без комментариев. Че с мотором? Че скажешь? Ты гребешь, нет? Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, блядь. И сделайте мотор, да? National Geographic. Мы находимся где-то. Деревня Чуанчи. Шанхайский район. Толёс нормально гребет, да? Виталя, он как и пчелбитель. Да, Виталёс конкретно херачит. Вот так вот. Хорошо, что есть запасные моторы. Ты доволен? Дубль 2. Ванёк, ты доволен рыбалкой? Да, рыбалка неплохая, как сломал фонарь и помазал потом. Да. Так мы неплохо взяли, да, в принципе? Лишь бы не сломали уключены. Нет, лишь бы у Виталёса руки не сломались. Что точно не догребел. Пацаны там замерзшие, он сидёт. По очереди ротнёл, сейчас будет грести. Давай-давай, я гребану. Вот такие дела, друзья. Гребем мы к месту выхода. Ставьте лайки. Ставьте лайки, да. Спартанские условия, холодно. Вот такая вот рыбалочка получается у нас. Хорошо, хоть доплыли до места, да, назначения. Спуститься-то проще. Уже сколько? Минут 20, да, мы гребем? Поболее. 20-30. Ну ладно, сейчас догребем. Вот уже деревья. Очень хвани на стол. Ванек гребет по полной. Туман, да, Ванек? Ветер спарим, спарим. Туманчик, да, конкретный. Видно, он видел, что давай. Прошел час, мы все еще гребем. Бывают непредвиденные ситуации. Иван, как ты считаешь, удалась ли рыбалочка у нас? Думаю, да. Для зимней рыбалки очень даже ничего. Для зимней неплохо, да. Вот взяли мы вот по такой щучке, да. Примерно 3,5-4 килограмма. Здесь вот она. Красота. Взяли еще вот пару щук. Тоже неплохих, такие килограмм полтора. Ну, видели много рыбы, да, в принципе. Бель? Да, налим. Бель, налим. Особо не старый. Одного налимчика я взял. Вот там в сумке лежит, грамм 800, килограмм такой. И все. Так, в целом. В целом ничего. Да, и не считай, если бы мотор не сломался, да, в конце. И час не гребли. И вот так. Сидя в лодке. Ставьте лайки, берите шпонки. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До следующей охоты, друзья!